Порядок или штраф? К активной деятельности приступает административная комиссия. Она будет наказывать рублем предприятия, нарушающие правила благоустройства города. Плановая работа ведется круглогодично, но в период объявленного с 1 апреля двухмесячника по благоустройству усилия по наведению порядка любыми средствами будут активизированы. Соответствующее заявление прозвучало сегодня в мэрии на совещании с хозяйственными руководителями города. Здесь начальник административной комиссии озвучил общую сумму штрафов за нарушение правил сбора мусора, парковки и расклейки объявлений. Впрочем, здесь же деятельность комиссии подверглась критике. Мы несколько раз обращались с участием, значит, участкового приглашали на составление этих актов, когда на опорах расклеивают от трамвайных остановок объявления. Писали какие-то телефоны, просили принять меры воздействия. Но, в принципе, на сегодняшний день закончится тем, что нас оштрафовали за то, что у нас на опорах имеются опоры, размещены вот эти рекламные вот эти вещи. Получается, штраф ради штрафа, без поиска истинного виновника, а наказание тому, кому принадлежит объект. Корреспонденты программы «Новости» Набережной Челны не раз поднимали эту проблему в своих материалах. Но, как отметил начальник административной комиссии Фанис Гусманов, существующая система закреплена законодательно, и комиссия лишь придерживается установленных правил. Это самый легкий путь. Это, в принципе, можно вообще ничего не делать. Систематически до конца, разобравшись в принадлежности того, кто это наклеил, пригласил собственника, так работайте. Не идите по легкому пути.